Как ты нашел меня? Марио Аудиторе, помнишь? Эй! Ребекка, что происходит? Мне нужно провести диагностику. До связи. Дело сделано. Сообщение доставлено. Мы все ушли из этого мира. Больше мы... ничего не можем. Остальное зависит от тебя, Дезмонд. Что? Какой Дезмонд? Ничего не понимаю. Подожди, у меня столько вопросов. Доброго времени суток. С вами Рувес, и это прохождение Assassin's Creed Brotherhood, или Братство Крови, как там правильно будет. Итак, это первая часть в моем вообще прохождении в серии, с которой я вообще ознакомился. Так что вот так я делаю прохождение на эту игрушку. Лучше в тверди земной, чем в руках человеческих. Дядя? Мы же отправили одного воина против целой армии. Я беспокоился. Давай, залезай живее. Убираемся отсюда. Итак, это, я так понял, тренировочка. Потому как какие-то деньги, я вижу, есть. Плюс мы уже полноценные ассасины. Так, орлиное зрение. Так. Так, что это? Ага, вот. Так, идти по подсветке. Окей. Ага, вот как. Сейчас как раз я тоже вспомню, как делаются всякие ассасинские прикольчики. Так как я последний раз играл в ассасина где-то лет 3 назад. И это был третий, если я не ошибаюсь, ассасин. Тогда он и только еще появился. Дядя, я видел нечто невероятное. Расскажешь свои байки, когда выберемся. Думаю, будет жарко. А я думаю, что Борджиа не досчитаются своих людей. Окей. Так, как бегать? Ага, вот. Все. Тому, как я помню, в третьем ассасине и втором там управление немножко другое. Они что-то меняют его постоянно. Ты косо, фактикуй! Ассасины! Клянусь богом, вы заплатите за свои преступления! Вы осквернили это святое место! Вы осуждаете то, чего не понимаете!
Нам пора, Эцио. Идем. Так, как? Дрянь! Его устами вещает дьявол! Ага. Вот так вот выталкиваемся. Окей. Так, Марио. Родриго сумел ранить тебя? Слегка. Броня остановила клинок. Так, куда мы бежим? Ну уже давай. Как-то может быть ускориться. Все равно ждать. Готовься к бою. Что ты делаешь? Ух. Спасаю тебя, судя по всему. Ха, совсем неплохо так, для старика. Дезинхронизация. Че, далеко ушел, что ли? Так, я так понял, это моя первая смерть. Что ты делаешь? Пару минут. Спасаю тебя. О, прикольно убил. Ха, совсем неплохо для старика. А как контратаковать? Буана Куэст! Отлично! Хороший удар! Впечатляет! Ага. Когда он атакует... Вот так вот. Так, почти получается у меня. Только что-то контратака не очень. Ага, вот. Отлично. Отлично. Блин, куда ты бежишь? Куда нам дальше? Упал. Так, ну подождем. Ой, блин, это обучение, нужно еще за ним успевать. Это вот, блин, куда ты? Куда полез? Блин, да, не очень так. Ассасин. Ассасинчик наш. Давай. Дружок. О, как это называется, синхронизация. Решение принимаешь ты, но решай быстрее. Отдай его мне. Потом придумаешь, что с ним делать. Бене. Прыгай!
Так, это... Как называется? Эпилог, что ли, был? Вступление к чему-то. Потом Минерва рассказала о несчастье из далекого прошлого и о новой беде, что ждет в будущем. В далеком будущем, Неро? Тогда беспокоиться не о чем. Си, быть может, наше дело сделано. Это так плохо? Чё так? Графика не нравится. Пока тебя не было, мы обновили арсенал. А, и теперь у вас принято стрелять из пушки по гостям? Извини, мы установили их всего пару дней назад, и ребята пока учатся. Ой, блин, так, зрение включил, как оно там. Вот, все нормально. Ага, вот так вот себе идти можно. Ну. Надеюсь, у меня, конечно же, получится все довольно хорошо. Потому как... Но все-таки припоминаю, вот третий Ассасин, и, ну, по счету он, кажется, вышел третий. Хотя он... Аспетта! Трилогию или какую-то там... Добро пожаловать, Эцио! Он не входит, смотри, то есть это какая-то... Не может быть! Бонжорно! Как приятно вернуться домой! На них. Не... Как же здесь красиво! Довольно он понравился раньше, когда еще вышел. Благодаря тебе! Брат! Клаудия. Наконец-то я дома. Как мама? С ней все хорошо. Мне сказали, что ты вернулся, но я хотела сама на тебя посмотреть. Тебя приехала встретить графиня Форли. Я и не думала, что ты так знаменит. Катерина? Здесь? Так все кончено. Испанец мертв. Вечером собери всех в кабинете Марио. Там я все объясню. У них будет много вопросов к тебе, Эцио. Клаудия, передай графине, что я с нетерпением жду встречи с ней. Так, у нас есть на карте какие-то задания, активные воспоминания. Ну что ж, пройдемся по ним, посмотрим, к чему они нас приведут, что покажут. Тяжелый ящик. Где-то вот здесь. Ага. Вот. Помочь тебе? Сальве. Сколько цветов? Похоже, твоему мужу сильно повезло. Это мне повезло, а не ему. Ты мне поможешь? Давай посмотрим, что можно сделать. Наверное, я немного запутала тебя. Да? Я не замужем. Эти цветы для вечеринки. А я приглашен? На день рождения Клаудио Аудиторе? Поможешь мне, возьму с собой. Мне очень нужен шикарный спутник. Ты думаешь, я шикарный? Я поняла это, увидев тебя. Ни у кого нет такой гордой походки. Ты бы мог поспорить даже с самим Эцио Аудиторе. О, а что ты знаешь об Эцио? Клаудия его обожает. Но он редко заходит к ней. Говорят, они не очень близки. Верно, я редко навещал ее. Нет. Ты? Но ведь это было задумано как сюрприз. Обещай, что не скажешь Клаудии. А что я получу за свое молчание? У меня есть несколько идей на этот счет. Обсудим это, когда доберемся до виллы. Так, интересная, конечно, была беседа. Теперь поговорим о плате за молчание. Я кое-что придумала. Но есть одно условие. Назови его. Ты должен подождать до завтра. Ради тебя я готов на все. Ты не пожалеешь, Эцио. Поверь мне.
Так, мне показалось, или он снял тёлку, или как там в те времена это все называлось. Завел себе барышню на стороне. Вот наш герой. Герой-любимчик. Так, нужно подняться наверх. Что ж, вас поднимемся. Лазать. Слава богу, мы уже научились. Так что... Ой, блин. Ух. Он и так умеет. Так, где-то вот сюда нам нужно или куда? Вот первое, и там второе я пропустил. Так, это и есть новое орудие? Да, сеньор Эцио. Могу я испытать их? Да, но... Давай, скажи ему! Нам не удалось подготовить их к стрельбе, а тот кретин, кто устанавливал их, куда-то пропал. Значит, мне придется найти его. Мы не хотим, чтобы вы зря тратили время. Ничего, времени у меня достаточно. Что ж, будем искать этого чудика, который свалил куда-то и оставил свое рабочее место. Так, он где-то под нами. Сейчас мы... Оп, стоять. Вот он, спит, блин. Салва, мессере. Мы хотим починить эти орудия, и нам нужна ваша помощь. Оставь меня в покое. До полудня я ничего чинить не буду. А вы знаете, который сейчас час? Я делаю пушки, а не часы. Ну, раз вы заняты, их починит кто-нибудь другой. Una momento. Я никому не позволю трогать мои пушки. У солдат отлично, нет никакого уважения к артиллерии. Им кажется, что пушки волшебные. Что они стреляют сами по себе. А ведь орудие нужно чувствовать. Сейчас у нас только примитивные орудия. Но я добыл чертежи одного французского изобретения. Железного убийцы. Представьте себе, пушка, которую можно держать в руках. Оружие будущего. Давай побыстрее, как-то все делаешь. Что вы наделали? Мы стреляли? Они же еще не готовы! Из-за вас нас всех могли убить! Дайте взглянуть. Его перегар еще хуже, чем пушки. Только когда из них стреляют такие кретины, как вы. Вот, попробуйте. Нам дают пострелять. Наведи орудие, чтобы проверить прицел. Круто. Круто. Так. Вау. Промазал, я так понял. Прицел в порядке. Значит, проблема в том, что стрелять. Опять? Ну, как это? Еще. Так, может быть, сменим цель как-то. Еще. Да, но я стрелок не очень. О, попал. Уже. Немножко неудобно, конечно же, управлять, может быть, это из-за мышки. Она очень медленно реагирует. Ну, в принципе, вот и все. Перфекто! Ну, хоть кто-то из вас умеет стрелять. Так, теперь займемся второй. Ага, нормально. Мне пора. Спасибо за помощь. Если завтра утром услышите пальбу, не беспокойтесь. У нас будут учения. Все равно это вам не поможет. Очень смешно. Теперь чини вторую пушку.
Отлично, так, еще одно задание. Пройдемся. Где-то должно быть рядом. Так, я так понял, сюда вылезти не получится. Нужно спускаться, окей. Так, а как спускаться вот быстро? Вот это мне нужно еще научиться. Ты упал, конечно. Вот забавный способ передвижения. Ну да, бывает и такое. Бонжорно. Эцио, Марио убьет меня. Я упустил его любимую лошадь. Не волнуйся, я приведу ее. Благословит тебя Бог. Так, догоните лошадь Марио. Ух, как быстро она это все сделала. Да блин. Вот эта лошадь. Вот, поймал. Держи. Спасибо, Эцио. Я уже слишком стар, чтобы бегать за лошадьми. Береги себя. Не бросайся в каждую битву, как твой дядя Марио. Свою битву я уже выиграл. Это отличная новость. Аривидерчи, Эцио. Отлично. Теперь, думаю, можно возвращаться. Как это назвать? Даже не знаю. Хоромы нашего дядюшки. Как уже кажут здесь. Но картинка все-таки мне нравится. Хоть и игра вышла когда-то, 2010-го. Довольно так бодренько смотрится. Вот так вот как-то все вот. Ну круто, круто. У меня все, скажем так, на максимуме. И довольно еще много места. Как и на процессоре. И видюха, в принципе, не полностью загружена. Нормально. Ну хотя. Да, игра 2010 года. Так что по современным меркам довольно старенькая. Но хорошо, скажем так, выглядит. Так, заходим. Здравствуй, Эцио. Катерина, рад встрече. Что привело тебя сюда? Я хочу заключить союз. Армии папы снова двинулись на Форли. Твои наемники мне бы очень пригодились. Возможно, я смогу помочь тебе. Обсудим это позже. Мама. Макиавелли. Дело сделано. Хотя все закончилось не так, как мы думали. Я вошел в Ватикан и сразился с Родриго. Он использовал папский посох, но я одолел его. С помощью посоха и яблока я попал в сокровищницу. Там со мной заговорила богиня Минерва. Она рассказала, что в будущем человечество ждут страшные беды. Но спасти людей помогут заброшенные храмы. Затем она обратилась к какому-то призраку, Дезмонду, словно он был там. Стоял рядом. Потом она исчезла. Удивительно. Чудеса, да и только. В сокровищнице не было того ужасного оружия. Отличные новости. А это богиня Минерва. Она похожа на человека? Да, но ее слова доказывали иное. Ее родичи умерли года назад. Видели бы вы чудеса, которые она творила. Кто такой Дезмонд? И где эти заброшенные храмы? Я не знаю.
Нам нужно найти их. Расскажи мне про Борджиа. Родриго молил о пощаде? Оправдывался? Предлагал тебе власть? Нет. Ничего подобного. Любопытно. Не думал, что он останется таким хладнокровным? Я пощадил его. Испанец жив? Когда наши враги будут мертвы, тогда и поговорим о сокровищницах и древних богах. Надо было убить его. Мы еще хлебнем горе из-за него. Нет смысла спорить о прошлом. Мы должны подумать о будущем. Нет. Я немедленно отправляюсь в Рим. Эцио, уверен, у тебя были причины пощадить Родриго. Макиавелли поймет. Так, был довольно интересный разговор. Вот, в принципе, так как я начал проходить с третьей игры, и на всем этой третьей части, то я не проходил ни первую, ни вторую. Там немножечко играл, но как-то постоянно были проблемы какие-то. Например, то пропадал звук, то еще как я хотел второй части начать прохождение, но там были довольно большие проблемы при запуске, поэтому как-то я все вот это упустил. Поэтому вот, в принципе, я начал с этой части. Хотя дальше там, в принципе, нет уже никаких сюжетных историй. Там, в принципе, все начинается одинаково, только в разных эпохах. Так что я не думаю, что это будет сильно мешать геймплею. Вот ты и дома. Ну что, еще разок? Ты еще спрашиваешь? У человека всегда должна быть свобода выбора. Что это? Наверное, просто учение. Мерда. Нужно найти Марио и собрать войска. Мои люди во дворе. Я проведу их сзади, обойду врагов с фланга. Спрячься где-нибудь.
Это Борджиа! Я должен был это предвидеть. Должно быть, они пришли ночью с востока. Нужно задержать их, пока горожане не скроются. Я займусь этим. Используй пушки в башне над стенами. А я пойду в атаку. Оно у тебя? Оно в надежном месте. Не дай людям Борджиа проломить стены, пока все наши не ушли. Инсьене пер ла виктория. Инсьене. Дядя, будь осторожен. Хорошо. Ну что ж, с почином у нас... первое полноценное вторжение, сражение. Надеюсь, по нам не попадут. Воу, прикольно. Воу. Я успею уничтожить. Так, уничтожьте вражеские орудия, давай быстрее. Крепости. Заряжай! Он мертв, сеньор! Так, кого дальше стрелять? Там пушки, я так понял. Почти нет. Ратуша. Мы спасли их! Постойте! Солдаты лезут по стенам! Черт, пушки, сеньор! Остановите их! Я заменю вас! Идите! Так, придется сражаться. Я! Кто дальше? Давай. Вот так это делается. Кто еще? Ну, давай, атакуйте. И ты последний, давай.
дальше. Я здесь не... Зачем? Ага, вон. Нет, так, пускай выйдет. Отлично. Почти, конечно же, убил меня. Они ломали ворота! Я знаю, что ты там, Эцио! Папа рассказал мне все и про тебя, и про ассасинов. И про это! Дай мне ружье, которое его друг сделал. Мы пролили столько крови. Думаю, пришло время очищения. Так что считай это предложением от моего семейства твоему. Это что, у нас конец уже? Или что? А. Баста! Я могу идти. Берегитесь! Они идут! Все на виллу! Аудиторе! Так ничего не выйдет. Ни шагу назад! Иди! Бери его! Так, уходим. Гоните его на восток! Так. Там еще один патруль! И... Вперед! Здесь ты не пройдешь. Отлично. Давай, уходи. Далеко не уйдет. Ну, кто там? Уходите в святилище. За мной. Давай, нападай. Если честно, то как все остальные. Получай, получай. Это что было? Так. Бежим, я так понял. Блин, все-таки догнали. Так, я так понял, нужно сражаться с ними. Отлично. Хорошо, что есть такие ребята. Брат! Я их задержу! Иди, иди же! Мы с Эрецио, мы думали, что вас убили! Пока нет. Куда ведет этот коридор? На север, за стены. Никогда не слышал о нем! Пропустите, я помогу нашим солдатам! Где мама? В порядке? Я здесь, Эцио. Грация, адио. Мы не могли бросить тебя. Путь будет непростым. Береги маму. Так, я так понял, опять под загрузком. Где Марио? Я думал, он будет ждать нас. Пехота Борджи окружает город! Марио мертв. Отправляйтесь во Флоренцию.
Здесь слишком опасно. Найди коня. Ты не поедешь с нами? Куда ты? В Рим. Иди, сын мой, и уничтожь их. Но не забывай, во имя чего сражаемся мы, ассасины. Думаю, ребята, как раз на этом завершим прохождение. Уже в следующий раз немножечко поиграем. Люси, я не могу засечь координаты ЧЭ Эцио. ЧЭ? Да что тут вообще происходит? Извини, частица Эдема. Минерва говорила о храмах. О том, что они помогут защитить опасности, которые ей угрожают. Верно. Для поиска этих храмов нам понадобится яблоко Эдема. Минерва изменила яблоко, когда коснулась его. Постой, мы на вилле Аудитора? Да, наша последняя база в Италии. Тамплиеры перекрыли границу. Эцио спрятал ЧЭ в 1507 году. Но когда я анализирую этот фрагмент ДНК, он вспоминает что-то другое. Одно воспоминание внутри другого? Да, точно. Возможно. Возможно или точно? Кажется, у тебя было что-то похожее в Абстерго, не так ли? У объекта 15 тоже наблюдалось такое явление, но она была беременна. Воспоминания родителей зародыша боролись друг с другом. Дезмонд не беременный, насколько я могу судить. Ну, разве что плотный пообед. Ты можешь перейти к другому участку? Нет, не выходит. Это уже было. Воспоминания Альтаира не открывались, пока Дезмонд не повысил синхронизацию. Значит, что-то подобное могло произойти и здесь. Эцио в плохом состоянии, и это дестабилизирует память Дезмонда. Либо причина в том, что Ребекка не очень хороший инженер. Спасибо, козел. А что? Просто перечисляю возможные варианты. А это один из наиболее вероятных. Неженка. Здесь опасно. Средства сотового наблюдения видят сквозь стены. Ты хочешь сказать спутникового? Шутишь? Абстерго перешла на использование вышек сотовой связи. Волны проходят везде. Они найдут нас. Нет, не найдут. Идем. Вход перекрыт какой-то балкой. Здесь мы точно не пройдем. И что дальше? Дорога делает петлю и возвращается к шоссе. Нам нельзя здесь оставаться. У нас брезент есть? Нужно прикрыть фургон. Я не хочу давить на вас, но времени почти не осталось. Тогда помоги нам, Шон. Есть идеи? Ну, не знаю. Может, есть другой вход в святилище? Эй, вроде что-то есть. Итак, думаю, на этом все, ребята. Если понравилось прохождение, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх под видео, и появится новая часть прохождения. Думаю, очень быстро появится. Да. Чтобы ничего не пропустить, так что подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!